Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Санта-Крус. Я подумал, надо заснять вот этот фрагментик, потому что в мире животных птиц вот так же обдирают слабого хищники, как и в нашем мире людей. А в остальном, друзья, все спокойно, жизнь идет своим чередом, и даже если сказать по совести, когда сильный задирает слабого, то в этом больше смысла, чем когда слабый задирает сильного. Правда? Хотя, конечно, птичку жалко. Это, друзья, растения, цветочки. Они хорошо присутствуют возле воды, у океана. Хотя иногда бывают и в других местах тоже. В частности, вот мы у себя на бэк-ярде посадили, потому что они расползаются и покрывают собой всю площадь, чтобы ничего не было видно. Вот. А как-то они называются, нам на канале говорили знатоки, ботаники, какие-то сосульки, какие-то icicles. Застыла, друзья, застыла в неопределенности калифорнийская недвижимость. Как-то отразится налоговое новое законодательство на ценах. Все гадают, никто не знает. Океан, друзья, сегодня, можно сказать, бушует. Не так, чтобы уже прямо совсем разбушевался, но бушует. Тут буквально за камнями, притаились какие-то, вон, группа подростков, знаете. Казалось бы, что им делать тут за камнями? Друзья, ну ведь правда же, что называется, inspirational, правда? Так вдохновляюще, смотрится, вон как они, волны какие. Сколько энергии, друзья, пропадает зря. Это же можно было, представляете, отапливать, можно было бы согревать, даже, я извиняюсь, выпаривать что-нибудь там. Ну вот. А так все пропадает. Такая вот бесхозяйственность. Это, друзья, перед вами некоторая версия. Ну, можем условно назвать версию, так сказать, Hotel California. То есть это раньше был просто общественный туалет. Ну, симпатичный такой, красивый, все. И вот вы видите справа, там картинка мужская, это как бы мэ, как в кино, да? А вон там левее, это жо. Но это надо слева зайти. А между мэ и жо раньше стояла такая дверка. И за дверкой было помещение для хранения там лопат, кувалд, там, ну, всякого мусора. Вот. И вот эти ребята, которые здесь с траком таким. Рыбкой пахнет потрясающе, кстати, жареная от него. Вот эти ребята, они несколько лет добивались разрешения между мэ и жо открыть кафешку. И в итоге разрешение поступило. Вот там сейчас кафешка. Можно, гуляя по пляжу, зайти, выпить кофейку, напиток какой-нибудь, пирожное, печеньку. Ну и так далее. Вот получился целый отель. То есть не только сходить, но и покушать. Волна, друзья. А в море высокая ходит волна. Того, кто с доскою поглотит, вона. Видите, как я даже сразу на разных языках. Да. Красиво, красиво. Но тех, кто с доской, сегодня не так много, надо сказать. Может, волна слишком высокая ходит в море. А вот тут, друзья, в тихом омуте, в тихой такой воде, где глубина-то по колено, большей частью, вот тут они все и собрались. Тусовка такая.